Еще на что хотел бы обратить внимание. Это слова Ибн Таймии, которого я часто много смотрел на разных сайтах именно тех людей, противников Маулида, когда у них спрашивают, правда ли, что Ибн Таймия высказался хорошо о Маулиде, они начинают говорить, там его слова там толковать, начинают говорить, вот Ибн Таймия сказал о невежественных людях, о людях, которые не знают о запретности и так далее. Читаем слова Ибн Таймии и прямо переводим, будем прямо брать смысл, что он сказал о Маулиде. Ибн Таймия говорит, «Фата'азиму л-маулиди» – возвеличивает Маулид в день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ваттихазуху маусиман» – брать его праздником, «Кад яф'алюху ба'зун нас» – его некоторые люди делают. Некоторые не делают, некоторые делают. «Ваякуну ляху фиги» – и ему в этом будет «аджрун азимун» – великое воздаяние «лихусни каслихи» из-за того, что у него есть говорит, хорошее намерение от азимихи или Расулилля саллаллаху алейхи ва саллям, из-за того, что он восхваляет пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, смотрите эти слова. То, что люди некоторые берут маулид, возвеличивают маулид, день рождения пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и берут его как праздник, и это делают некоторые люди. Ибн Таймия не сказал, что этого делают невежественные люди. Как некоторые трактуют, вы часто можете это увидеть. Вот они толкуют, говорят. Он сказал, некоторые его люди, я видел от них так называемых ученых, которые говорят, его делают некоторые люди, но за то, что они говорят, его делают, им хорошее воздаяние будет. То есть он здесь не говорит, что это запретно. Он говорит, его делают некоторые люди, и им будет великое воздаяние. Аджрун азимун, великое воздаяние. Он не говорит, ну... Возможно, за их хороший ният, как некоторые хотят преподнести, он говорит, имеет в виду, что у них за то, что хороший ният есть возвеличить пророка, за это будет воздаяние. Если человек делает запретное с целью возвеличить пророка, например, да, с хорошей целью плохое делает, за это ему воздаяние как может быть? Если человек делает запретное, заблуждение делает с хорошей целью. Здесь Ибн Таймия говорит, за хорошую его цель, за хорошее его намерение, за возвеличивание пророка, саллиллаху салям, ему будет, говорит, великая награда. Вот эти его слова. Вот что он сказал об этом. Здесь не говорится, он знающий человек, он не знающий человек, он там такой, он сякой. Здесь ничего не говорится, прямо говорится. Некоторые люди его делают, и им за это есть великое вознаграждение. За хорошее намерение и за возвеличивание пророка. Значит, в маулиде, когда человек делает маулид, Ибн Таймия признает, что человек, который делает маулид, он возвеличивает пророка. Оставьте людей, которые возвеличивают пророка. Не трогайте их, не мешайте им. Они проявляют свою любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Они проявляют свое желание, и ученые им не противостояли и не порицали их. Покажите ученых. Раньше, когда ученые говорили что-то, есть другие ученые, которые делали им рад, которые опровергали их. Кто из ученых опровергал Ибн Хаджара Аскалани, из его современников? Кто из ученых опровергал Абу Шамата или других ученых, приведите, пожалуйста, их, если есть те, которые опровергали. Хоть даже опровергали, это было бы просто разногласием, и каждый имеет право взять это мнение.